Круто ты попал на ТВ, ты звезда. Помните, такая песня была? Кому-то из нашей великолепной десятки участников реалити удастся услышать эти слова. Но будет это, ой, как не скоро. А пока только хардворк. На этой неделе я, Герман Лущицкий, проводил мастер-класс для ребят по технике речи. И вводим, пробуем по кругу. Вот так вот, знаете, есть такие люди, да, где-то зажим появляется, если у нас зажата челюсть, да, или там вот что-то там не работает. Выталкивай воздух. Нет, это не секта, а всего лишь урок по технике речи. Запоминайте и записывайте. Просто одна глотка, я уходит, вторая туда. И разводить. Куда-то пытаетесь засунуть ее, да? Нет. А вы как думали? Хорошая дикция дается нелегко. Да и у опытных корреспондентов и ведущих не всегда все идет по маслу. Послушай. У меня голова вибрирует. Ребята, послушайте. Получится ли у наших участников совладеть со своими губами и языком, узнаем очень скоро. Смотри дневники нашего реалити и ничего не пропустишь.